Доброе утро. Это мой завтрак. Здесь, значит, гречка, которую я с вечера замочила водой, простой водой. И к утру она у меня разбухла. Значит, я взяла из этой массы 3 ложки разбухшей гречки и залила 3 ложками кефира. Добавила туда корицу, и это будет мой завтрак. Остальную гречку я тоже буду в течение дня есть в сыром виде. Значит, гречки я замачивала примерно в сухом виде. Вот такое же количество сухой гречки было. Залила водой, к утру, в общем, получилось 2 раза больше. Ну, и это на день. Вот. И кофе. Кофе без молока, без сахара. Тоже здесь корицу добавила в кофе, и все. Вот это мой завтрак будет. Потом будет еще перекус, обед, перекус, ужин и вечерняя еда. Я это все сегодня покажу. Итак, прошло 1,5 часа, и у меня перекус. На перекус у меня будет опять гречка с кефиром, и вот сверху это корица. И также яблочко. Яблочко я почищу, нарежу тоненькими дольками. Посыплю тоже корицей. Будет очень вкусно и заменяет какой-то десерт. Так как я и чай, и кофе все пью без сахара. Сахарозаменитель тоже нигде не использую. Только очень-очень редко, когда сильно захочется, могу подсластить кефир с творогом. Но это бывает очень редко. Приятного аппетита! И на перекус у меня еще будет чашка кофе. Кофе я варю в кофеварке. Вот такой био-кофе. Он такой мягкий на вкус, приятный аромат. Утром я пила с корицей кофе без молока, сейчас с молоком. И сахара я не добавляю. Время обедать. На обед у меня сегодня омлет с зеленью, помидорка, 3 ложки булгура с луком, с морковкой на сковороде, с водой я готовила без масла. И такое заправочка, салат, морковка тертая, зелень, чеснок и творожок. Приятного аппетита! Полдник. На полдник у меня столовая ложка творога, разведенная с кефиром, 5 изюминок для вкуса. Перемешаю, выложу на хлебец из полбы и мятный чай. Мятный чай хорошо притормаживает аппетит. И вообще летом его люблю в жару пить, потому что он освежающий, успокаивающий. Сейчас, конечно, не лето, но у нас 2 дня плюс 15. Прекрасная погода. Захотелось такого летнего чая. Ждем весну. На ужин у меня 100 грамм отварной индюшатины, паприка, помидор, салат из моркови с творогом и чесноком и чай ромашковый. Ромашковый чай также притупляет аппетит и успокаивает вечером самое то, что нужно. Ужин у меня был в 6 часов, сейчас у нас 8 часов, и у меня вот такой последний прием пищи на сегодня, небольшой перекус. Половинка небольшого яблока на крупной терке натертая и 1 столовая ложка творога. И здесь 100 грамм кефира, и я добавлю еще в кефир вот такую ваниль, она без сахара. И вот это мой последний прием пищи. Всем желаю прекрасного настроения, хорошего здоровья, приобрести прекрасную фигуру своей мечты. И всего хорошего. Пока-пока.